Здравствуйте, меня зовут Денис Юмашев, я хирург, кандидат медицинских наук, детский стоматолог клиники Dental Fantasy. Моя специализация – сложные хирургические случаи. Вот уже более 18 лет я спасаю молочные постоянные зубы от кариеса, пульпита, а также осложнений этих заболеваний. Я успешно работаю с детьми с особенными потребностями. По показаниям провожу лечение в условиях предельно безопасного наркоза или седации с закисью азота. Удаляю зубы, которые уже не спасти быстро и незаметно для ребенка. Использую медицинскую оптику и придерживаюсь самых современных протоколов лечения. Провожу пластику уздечки языка, когда это необходимо. Ставлю специальные детские коронки и восстанавливаю зубы композитными реставрациями. За время стажировок в клиниках Германии, Англии и других ведущих стоматологиях я собрал лучший врачебный опыт и делюсь им со своими пациентами и коллегами. Убежден, что очень важно заложить доверительные отношения с врачом с раннего детства. Только так можно не допустить серьезных проблем с зубами в взрослом возрасте. Записывайтесь ко мне на прием Dental Fantasy и обещаю, что вместе мы сформируем правильное отношение ребенка к своему здоровью.